под этим деревом. Мне нужна помощь. Ваня, ты что, все уже? Ну, пристав пошел. Какого пристав? Выходит пристав, там какая-то апатия. Надо дать им свет какой-то. Любой. Китай свет, все. Играйте в командира все точно, точечно.
Давайте им массами, желательно через пробудителей. Куда вы пошли, босса? Или что там, сдурели? Санчо. Так, вроде тоже дочистили, пошлите там. Сейчас досумоним, что там паладин разобрались, то что бафы говорили там. Там Санчо, прото всем, анти, МП5, Джесси, кулаки, стил, каски. Дайте шкаф. Что там шкаф, шкаф, локи, давайте. Что, меня слышно, не? Слышно. Один лок только. Блять, что ты прыгаешь? Шкаф давай. А, сейчас дам, сори. Тыкайте на сумы. Там пока можете бафаться. Дайте стол магии там, берите. Давайте, кто тут у нас есть? Подходите, девочки. Куда типа лутом? Не ФКшки, подходите. Давайте, БДК, кто-то там гуляйте. Метки с рейдов. Горите в огне хозяина. Так, тыкайте на шкафчик, сейчас быстро присумоним, хилы по команду пейте. Тыкните. Так, давайте, что тут? Мутант, танчишь основу. Ваня, ты тут? Борг.
Так, Бург, ты тут, Ваня? Таргариан, спикнись в БДК одного босса. Так, Таргариан первую копию, тогда Санчо вторую копию поймаешь. Давайте, мутант, начинай. Цирк приехал. Так, давайте танком главное хит, хорошо. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились... Слыман чуть это пьют, будем начинать. Мы даже не успели понять, что происходит. Места нету? Не, фул. Мои братья гибли один за другим. А я давай, там мана есть, мутант, начинай. Вход. Нас убивают. Я сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Атакой руководил кровожадный Зарин. Но, боюсь, тут замешано и более существенно. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно я в эту сторону там тактику расскажу. Назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Так, давайте кушать рыбку по пати. Да, Санчо, ты танком. Первая пати всегда будет во тьме. Джейси на броню, Алекс средоточие. По фридам сами разбираетесь там. Теперь по танкам. Ваня, танчишь первый борб, заходишь во тьму.
Мутант танчит големов, на второй фазе танчит Халеона и големов. А мелкий будет Санчев танчить, на него будет на пол идти. Четвертая пати стоит добивать. Так, хилы. Эти каску получ. Анти и Ресталик Свету, остальные все во тьме квадропедра будет диспелить. Так, Свету, Фикаст, подиспелишь? Чё там, Мах, Фикаст, тут подиспелишь на третьей фазе свет? Так, что там дальше? Оптимус, подиспелишь? Да. Демон же остается Свету големов добивать, правильно? Не-не, он заходит. У нас это аура, если стыковочка, Санчо, у тебя на броню должна быть. У тебя какая сейчас? Отойди, поставь на броню. И кто-то из репликов кастаура будет поставить Джейси вести и разберись между собой. Так, Кирк Пейнером, Кралька заливаешь Ресталиксу, Сальзере заливаешь столбу. Когда зайдем, сразу зальете ману ему. Ну, вроде все, давайте чек на пол, давайте пробовать. Не, там два танка свету. Ну, портапал и ДК. Донатор, ты тут? Так, если давай. Я первый раз по этой тактике, то объясните, что можно не передний лайк туда вести, на два дальше, как дальний получается. Да. Потому что большой будет после МТ. Види, короче, мелкий трэш. К задней лапе, потому что там ДК будет танчить и Халеона, и большого. Давайте, вроде все готовы. ДК на позицию. ДК, начинай. Сказал, напишите, когда типа пул будет. Близко там не стойте. Бежим. Не диспельте больше так, Свету. Бежим, через ход возвращайся, или бабл прожми, прожми бабл, бежим. Смотрим, лучше нормально. Ну там ближе. Дима, сделай чардж. Сможешь, нет? Стил выносил, но мне показалось, что ты готов. Уходи отсюда, Саня, Санчо. ДК, заходи. Рейд заходим. Четвертый, оставайтесь. Таньте все во тьме в печеньку. Все в печеньку во тьме. Донатор должен был оставаться добивать Халеона. Заходите, если добили. Я тащу. Что там? Добили? Заходите. Все, уже не заходите. Стойте там. Слава, выноси, пропускай.
Скажу, напишите. Да. Заходите. Друиды, кидайте Инера своим шаманом. Пятьдесят три, по срезе будем выходить, готовьте свет. 52. Портал только не залейте, Оптимус выноси. Давайте, выходим, свет. Не двигайся, блин. Давайте, рассвету. Первую метку свет ровно назад. Присты бьем через взрыв. Бежим. Смотрим лужи, как лужи будут литься, главное смотрите. Донатор выноси. РД больших, милики маленьких. Элки растут, отведи чуть. Андрей, отведи чуть, наверное, нормально. Дайте рост от меня. Свет только по трэшу играем. Свет только трэш бьем. Свет играем, как обычно. РД добиваем большого. Бежим близко, падает, бежим далеко. Свет стоп. Свет стоп, играем только по трэшу. Санчик, приноси, напуливаем на протопала. Трэш не морозим. Отведи, мелкие растут. Играйте, РД большие, мелики маленькие. Пою, пою, давай, ставь тата. Свет играем по Халеону. Тьма, стопаните чутка. Бежим. Сейчас чутка стопаните. Все, можете бить, тьма. Так, нормально. Прожмите. Бьем Халеона. Как обычно. Все друиды в свету дайте ману Аристарексу. Свет не бьем, только трэш. РД большие, милики маленьких. Теперь пока стоим курим. Все, можно бить. Бежим. Так, лужа нормально, лужа вреет аккуратно. Свет только по трэшу играем. Свет только трэш. Халёна не бьем. Краль колеса Альфари. Свет только по трэшу. Нередко. Ладно, риснула. Ладно, играем по трэшу. Играем, как обычно, два мира. И каст выноси. Бежим. Так, свет не бьем, свет стоп, играем только по трэшу. Лужа вред, аккуратно, дай сакру. Свет только трэш бьем. Давайте, свет не бьем, ждем 60, а потом будем переводить. Ну, будем делать, в смысле. Давайте. Ждем 60. Все, добиваем. Бежим. Трэш напуливаем. И зирайте Халеона.
Все, ничего не стало, память ма прожмите. Затьме дайте капли на бурпа. Паладины. Все, добили. Ух ты, ёпта. Веса. Да, отъехал. Блять, забыл лут поменять, и плащ упал. Нормально. Всем спасибо за гильдию. А зачем мы так долго били его? Кралька. Давайте плащ кральки.